Всем доброе-бодрое. На улице ноябрь месяц. Первые заморозки прошли и сейчас обещают зиму. У меня не слит еще куб. У многих дачников есть такие кубы, которые покупают бэушные и хранят. Скажем так, используют для поливки, пока есть возможность, курицам. Корм варю на парогенераторе. Нарисовалась очередная проблема. Сломался кран. А еще примерно где-то 1/3 бака показывает 100 литров. Каким-то образом надо это все дело сливать. И решил я это все дело модернизировать. Так. Смастерил данную конструкцию. Пробка от канистры. Муфта бэушная. Это металл-пластик. 15-я резьба, наверное. Самая маленькая. Здесь 25-я труба был кусочек. Пришлось покупать кран. Кран стоит 305 рублей у нас в Вологде. А вот такой уголок полтинник просят. Я понимаю, когда ты покупаешь один уголок, а если ты монтируешь дома сантехнику, то боюсь даже представить, в какую сумму выльется. Ибо в ценниках наши торгаши, смотрю, не стесняются. То есть теперь осталось сломанный кран открыть. Сейчас подумай, как его открыть. Возможно, что-нибудь вплавлю и попробую открыть. Накручу. И мне эта возможность даст до первых заморозков, до основных заморозков, скажем так, пользоваться данной конструкцией. А как пойдет, начнутся холода, я просто все это солью. Понятно, что все дело хлипковато, но нам на нем не в космос и летать. Ну чего, пришлось ломать то, что от крана осталось. Уже темненько стало. Но, по крайней мере, теперь все это дело функционирует. Все льется. Теперь и воду можно слить. И если подыму, то можно впаять. По большому счету будет какой-нибудь переходник и шланг одевать. Ну вот, в принципе, все. Всем всего доброго.